Привет! Меня зовут Ольга Полковникова, и я организатор международного фестиваля Global Music Fest, который пройдет 23 июня в центре города Новосибирска. На 9 площадках мы соберем 60 музыкантов из 5 стран мира. На фестивале окажется 30 тысяч человек с Новосибирска, Новосибирской области, а может быть и всей России. На нашем фестивале соберутся музыканты не только из Новосибирска, Новосибирской области, Томска и близлежащих городов. Также к нам приедут группы из Франции, Швейцарии и Испании. Мы хотим сделать так, чтобы каждому жителю нашего города и всем гостям, которые приедут на наш фестиваль 23 июня, он запомнился надолго, и они с теплыми эмоциями вспоминали его долгими зимними вечерами. Мы верим, что у каждого человека есть творческий потенциал, и поэтому мы даем возможность каждому сотворить свой арт-объект и украсть им площадки нашего фестиваля, и тем самым изменить мир вокруг себя к лучшему. Идея нашего фестиваля воодушевила не только нас, но и других людей. Нас поддерживают 2000 СМИ города, а также всего региона. Кроме того, у нас есть компании-партнеры, которые готовы оказать лишнекоторые услуги. А также нас поддерживают органы власти. Это мэрия города Новосибирска и комитет по делам молодежи. Как вы видите, формат нашего фестиваля интересен многим людям из совершенно разных сфер деятельности. Этот фестиваль станет самым ярким событием этого лета. Global Music Fest – это новый формат не только для Новосибирска, но и для всей России. Наша команда сделает все возможное, чтобы оставить незабываемые впечатления для каждого из участников. Конечно, мы не сможем все сделать в одиночку. Нам нужна ваша помощь. Каждый из вас может оставить частичку себя в каждом арт-объекте, в каждом музыканте. Давайте сделаем вместе этот фестиваль ярким, большим и глобальным.